Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту без вложений Супер 3 семерки. Значит, я хочу проверить проект на вывод. У меня на балансе 5 рублей и вот еще у меня 6,58. Так, значит, прежде чем выводить, вы заходите в мои настройки. И мои настройки должны, у вас должен сгенерироваться пин-код, его записать, запомнить, как бы, да. Далее прописываете свой Payeer кошелек, сюда вставляете пин-код, нажимаете сохранить. Ну что, я же иду в личный кабинет, сейчас соберу монетки свои, нажимаю собрать. Сейчас страничка обновится. И у меня на балансе 11,65. Нажимаю вывод средств. Так, 65. Видите, здесь 66. Если бы я нажала, у меня бы выплата не прошла. Будьте внимательны. Нажимаем 65. Я должна получить 11,54. Вот, не знаю, Payeer, возможно, тоже снимет комиссию. Нажимаю «Снять». Минимальная сумма для вывода 1 рубль. Так. Без ограничений, как тут пишут. Нажимаю «Снять». Так. 11,60 выплачено. Значит, возвращаюсь в личный кабинет. Мой баланс обнулился. Напоминаю, что при регистрации здесь дается бонус 0,10 КХС. Я же сюда закинула 50 рублей. Это 5 КХС. Так. Вот. И в день у меня выходит 3 рубля 36 копеек. Так, ну что, давайте перейдем на кошелек. Выплачено. Payeer. Нажимаю, видите, сразу как я хорошо зашла. Плюс 11,54. 23.04. Комментарий. Мой логин Елена. Супер 3 семерки. Все замечательно. Проект платит. Кому интересно, присоединяемся. Без вложений. Можно поработать. Есть серфинг сайтов, можно зарабатывать серфинг на вывод идет, как бы тут предостаточно рекламки. Ну, в принципе, на этом все. Буду продолжать мониторить этот проект. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!